Ну що ж, доброго ранку ще раз всім, а ми в нашій ранковій студії продовжуємо спілкуватися з цікавими людьми. І сьогодні до нас завітав Грант Амазович Гудманян, голова громадської організації «Відокремлений підрозділ Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій в місті Ужгороді». Доброго ранку! Добрий ранок! Раді вітати в нашій студії. Дякую. Для початку хочеться дізнатись про організацію як таку, тому що, мені здається, не зовсім багато людей знає про неї. Чим ви займаєтесь? Які ваші функції? Розкажіть нам, будь ласка. Наша организация была создана в 1995 году, имея определенную цель. Это защита интересов инвалидов войны, Збройних сил, участников боевых действий и жен умерших, погибших инвалидов. Защита их честь, достоинства, оказание моральной и материальной помощи. То есть мы работаем для них, чтобы они себя чувствовали защищенными. Как держава их защищает, так и защищает наша общественная организация. Мы с ними проводим очень большие мероприятия. Вопросы медицинского обеспечения, вопросы обеспечения путевками, обеспечения улучшения жилищных условий. То есть все для того, чтобы эти люди себя чувствовали комфортно. На сегодняшний день у нас в Ужгороде непосредственно, которые приняли участие во Второй мировой войне, живых 60 человек. Вдов этой же категории людей 187 человек. А всего инвалидов войны в городе Ужгороде 409 человек. Разных войн, афганцев, АТО и других локальных воинов. Больше 3300 человек вдов. Участников боевых действий более 4000 человек. К нашему великому сожалению, старшее поколение уходит, однако количество инвалидов, вдов и участников боевых действий растет. К великому, еще раз повторяю, сожалению. Ви єдина організація на Закарпатті, яка займається фіксацією, допомогою даних груп населення? В даній групі єдинственна організація в Ужгороді. В Ужгороді мається много общественных организаций. Это ветераны труда, это труда армии, афганцы, участники АТО, женские. То есть их 415 так, общественных организаций. Но мы единственная организация, которая пикнуется именно вот этой категории людей. Инвалиды войны, армии, участники боевых действий и вдовы. Чи мають якесь відношення до вашей организации такая категория людей, как дети войны? Наша организация общественная. Мы не имеем права ни одному человеку отказать о том, что мы хотим у вас стать. Вы знаете, люди как идут на учет? Говорят, там помогают хорошо, там обращают внимание хорошо. Вот эти люди к нам и идут. Мы, когда говорим «дети войны», надо представлять, что эти люди, которым уже 80 и далее, они тоже практически нуждаются той помощи, которую мы стараемся оказать. Я хочу вам сказать, что им показывают помощь такие же, как и они. Ведь мы тоже не мальчики. Мы тоже уже жизнь прожили, знаем, как, что, к чему. Но, слава Богу, мы еще ходим и можем еще оказать им помощь. Завжди, коли говорять про допомогу, то дуже велике значення приділяють саме матеріальному аспекту. Це умови проживання, достаток, можливість в лікуванні. Але не тільки це є важливим фактором. Психологічний, духовний аспект людини теж тут багато важить. Як, чи проводяться у вас якісь, можливо, тематичні зустрічі, бесіди, де ви... Тому що це такі рани, напевно, в серці, які ніколи не заживають. І періодично дають про себе знати. Чи спілкуєтеся ви якось так, такі задушевні обстановці, чи спілкуєтеся між собою, обмінюєтеся своїми думками, спогадами? Ось чи є така дружність? Ежегодно ми составляємо кошторис і віддаємо через управління соціального захисту на ім'я мера, на ім'я губернатора, на ім'я обласної ради. Там четко у нас предусмотрено, что в течение года мы должны проводить 3-4 круглых стола. Сколько людей будут на этом принимать участие? Какие вопросы непосредственно мы будем там их участвовать?
Кроме этого, у нас есть отряд волонтеров. Есть дети-школьники, студенты, которым мы активно работаем. И через них мы непосредственно организуем встречи вот этими людьми. У нас большинство сняли домашние телефоны. Я не снимаю, потому что единственное общение этих людей, потому что они мобильными телефонами не умеют пользоваться, домашними телефонами. Для них все равно, когда они звонят, 4 утра, 2 часа ночи и так далее. Потому что этим людям, самому молодому, уже 92 года. А самому старшему, в декабре этого года, у нас будет ровно 100 лет. Ого! Ничего да. себе. Поэтому 92, 94, 98 и так далее, и так далее. Они нуждаются не столько, как материально. Нет, нет, слава Богу, у них пенсии хорошие, у них хорошие пильги. Дети, внуки, правнуки, праправнуки, они нуждаются в живом голосе, общении. А это немаловажно. Я каждый день, практически я прохожу на работу через госпиталь. Потому что там бабушки, дедушки собираются, у них возникают вопросы. В первую очередь они мне звонят домой. Да, они знают, что, как, почему и так далее. У нас особых требований этих людей нет. Только моральная сторона, что они еще не забыты, что о них кто-то думает, понимаете как? У нас проблемы возникают в транспорте. У меня нет такого дня, чтобы 3, 4, 5 жалобы не было. А у нас договор очень четкий. Где-то водитель не так относится, не там стал, не так обратился, не так сказал. Они не должны спорить с водителем. Они пишут номер маршрута, номер машины. И через 20 минут я уже в курсе дела. Какой автобус, какой номер, кто не остановил, что сказал и так далее, и так далее. Поэтому работы у меня как председателя вполне хватает. А вы не втомлюетесь от работы? Это же важко психологично. Тяжко. Я иногда и ночами не сплю. Характер у меня отвратительный. Я переживаю. Я хочу людям помочь. Но раз народ доверил и проголосовал за меня, значит, я должен что делать? Оправдать это доверие. Как бы ни было, что бы ни было, я должен ползти, но все равно помочь оказать. Я перепрошую за такое питание. Сколько вам років? Ничего. Если я останусь живым, здоровым, 10 октября этого года будет ровно 84 года. Звідки ж ви черпаєте стільки сили, натхнення? Немає бажання просто заспокоїтися вже, сісти в улюблене кресло з газетою і сказати, ну все, скільки міг, допоміг, тепер хочу на свій заслужений відпочинок. Я хочу вам сказати о том, що я старий солдат. Я в армії служив більше 35 років. Тобто у мене закалка осталась там. Я, коли прийшов в армію, мені 17 років було. Я видав, як старшие проявляют заботу вот о детях. И теперь я считаю, что я старший, но я их ребенок. Тех, которые перешли 41-45 год. Поэтому ребенок что должен делать? Проявлять заботу о родителях. Вот я это так и делаю. Я еще раз говорю, мне тяжело. Я тоже инвалид войны. У меня тоже ранение, все дело. Но среди них, ну как говорят, среди горбатых я сутулый. Я еще могу ходить, поэтому я обязан этого делать. Обязан этого делать. И даже я иногда информацию даю двум сыновьям моим. У меня два сына, один в Киеве, другой в Хмельницке живут. Я им сегодня делал то-то, делал то-то. А папа, это тебе надо? Я говорю, обязательно мне это надо. Во что бы ни стало надо. А кто-то должен защищать интересы этих людей. Правда же? Понимаете как? Может быть, молодое поколение. Вот отсюда мы сегодня идем в школу, пятую школу. Они нас понимают. Иногда мы их не понимаем. А поэтому я, улавливая их мысль, я передаю молодым. Вот это у нас очень хорошо. Поэтому слово, что мне тяжко, никто не услышит об этом. Я всегда здоров,
Я всегда жизнь радостная, и я всегда всем доволен. І готовий завжди допомогти. Абсолютно до кінця життя. До речі, тема молоді. Дійсно, чим більше часу проходить від цих сумних подій, якось в поколіннях є така ось властивість забувати. Забувати важливість цих подій, забувати важливість ролі цих людей, які там були. Як до себе молодь ви закликаєте? Як їм пояснюєте, що варто пам'ятати? Як взагалі, звідки беруться оці юні волонтери? Я хочу вам сказати о том, що я ніколи за свою життя не сказав ні одне плохое слово насчет молодих. Молодые люди не берутся с воздуха, они воспитываются дома, с родителями, в школе, в высших учебных заведениях и так далее, и так далее. То есть, если ребенку каждый день скажет, что вот благодаря деду, благодаря прадеду, вот мы добились таких-таких вещей, вот у нас вот это хорошо, вот это хорошо. Ребенок должен расти, никогда не понимая, что это плохо. Плохо он придет время, он узнает. Надо его воспитать только на добрых традициях, на хороших традициях. У меня правнук сейчас 5 лет. И он все знает, что он должен позвонить, сказать «добрый день», как ваше самочувствие, как ваше здоровье, как ваши дела. А как же, с этого начинать надо. А теперь, говорите, школа, я утром иду на работу. Со мной минимум 10, 12, 15 детей, я их перевожу через переход, все дело, они мне все рассказывают. Я не знаю, кто они такие. Но как мама стала, как накормила, как что делала, все, все, все. Подход надо детям иметь. Подход надо молодым иметь. У меня сын старший, тут преподавал 16 лет в университете. После того, как он защитил докторскую, тогда в чуть не приказном порядке забрали его в Киев. Он там 15 лет уже директором института. А теперь его избрали уже проректором. А второй сын у меня военный, тоже это полковник, он живет в Хмельницке. Очень многие его студентов меня уже здесь знают. Я их не знаю, они меня знают, понимаете? Мы ходим по школам, мы ходим по садикам. Мы предлагаем себя. А вы представляете, вот и заходишь, начнешь рассказывать, все рты открывают и слушают, дед говорит о том, потому что не надо им врать. Им надо сказать открыто, честно. Сегодня плохо, завтра благодаря вам должно быть хорошо. Мы уже, люди уже, ну, прожили свой век. Практически мы работать ничего не сможем. Но передавать свой опыт, радоваться тому, что добивается молодежь, это счастье для нас. Господи, а кто должен о нас заботиться, как не молодежь? Кто должен державу строить? Кто должен добиваться успехов и так далее? Конечно, молодые. А то иногда бывает так, что всегда молодежь современная. Неправда. У нас золотая молодежь. К этой золотой молодым надо найти ключ, подход. И все будет прекрасно. Знаєте, от Антоніна говорить про те, що часто молодь забуває, можливо, забуває про подвиги тих людей, але, на превеликий жаль, є історія. І історія нам нагадує своїми діями про те, що кожного дня ми повинні боротися за себе, за свою свободу. Яскравий приклад тому зараз події на Сході, які відбуваються. Хочеться поставити вам питання, як ви ставитесь, ваше ставлення до цієї війни, коли воно завершиться? Тут судьба державы нашей находится в руках наших. Мы, когда осознаем, что действительно с соседями жить, прекрасно дружить, помощь тоже прекрасна, но самим надо сначала проявлять заботу о себе, о нас, не надеяться ни на кого. В первую очередь экономика. Вы понимаете, когда экономика работает, заводы, фабрики, люди обеспечены работой, заработной платой и так далее, появляется интерес, появляется любовь. Вы понимаете, в Ужгороде я живу 54 года, только в Ужгороде. Когда я приехал сюда, моим детям было одному 3 годика, другому 2 года. Я приехал сюда, я видал Ужгород 54 года тому назад. Я снимал частную квартиру, мне хозяин сказал, идем в город, если ты найдешь хоть одну спичку,
и лихать сигарет брошенный куда-нибудь, я тебя угощаю, чем твоя душа желает. Я вышел от дома офицеров, дошел до Каритовича, глаза бегали, я ходил, искал, где же найти, что ты хочешь. Какая была чистота, какой был порядок, какое было уважительное отношение людей. Даже бумагу в магазине заворачивали, там было написано «Спасибо за покупку». Такой город, я помню, Ужгород. Чтобы кто-нибудь ходил, бросил сигарету или семечки, вы что? Чтобы кто-нибудь пришел без очереди куда-нибудь полезть и так далее, и так далее. Нет, таких вещей не было. А еще раз повторяю, кто должен делать? Только молодежь, только талантливые. Между прочим, я хочу вам сказать, у меня сын директор института. Он мне говорит, папа, что здесь он преподавал, был завкафедрой, что там. Он говорит, таких талантливых детей, как в Украине, практически нет. Только надо уметь этот талант использовать, этот талант направить на процветание нашей державы, не через Бугур. Нашу державу. А чтобы нашу державу делать, что надо делать? Заинтересовать, правда же? Вот створити и все. Створити просто всі умови для того, создать, чтобы все талановиті люди залишались. Сначала обеспечить, потом спрашивать. Я так понимаю. А не от хорошей жизни, например, ребенок уже может уехать куда-то. Нет, ни один родитель не захочет своего ребенка пустить, дать образование, все сделать, потом скажет, иди работай на кого-то. Почему? Он должен работать на нас работать, на свою державу, на меня, на родителей, на отца, на мать, на бабушку, на дедушку. Я так понимаю. Поэтому вот наша задача так. Когда мы это осознаем, когда мы действительно станем крепко на ноги, что, ребята, остановитесь, с сегодняшнего дня мы работаем на благо нас. Такой держали, еще раз повторю, как Украина, это чернозем и так далее. Это золото. Надо его только уметь использовать. Обидно становится. Я еду поездом. Поля все заброшено. Все заросшее и так далее. Где это было слыхано? Что, как украинского селянина отучить работать на селе? На земле? То, что дано ему с молоком матери. Да, ну а как же? Я еду... По всей Украине, я глава Рада областной организации, мы проводим обмен опытом и так далее. Я разъезжаю во всех городах. Так, люди добрые. Нельзя этого делать. Нельзя. Я всегда говорил и буду повторять. Я утром должен встать на колени, поцеловать эту землю, радоваться, что я живу в этой земле. Если я буду целовать, значит, я люблю эту землю, я буду работать на этой земле, и я добьюсь достижения. Сподіваємося, наші дорогі глядачі, ви дослухаєтеся до слів нашого сьогоднішнього гостя. Адже, як то кажуть, життя прожити – це не поле перейти. І цей титанічний досвід, який є в нашого гостя, яким він залюбки з вами ділиться, ось він весь перед вами. В першу чергу потрібно любити свою рідну землю. Адже з любові все і починається. І знаєте, хочу тільки додати, що наш сьогоднішній гість переконав, можливо, людей, які вважають, що люди старшого покоління, їхні звитяги залишаються у минулому. Ні, вони дуже сильні. Дякуємо вам за те, що ви сьогодні мотивували. Надіюсь, що мої слова дійдуть до людей, і, кінець кінців, ми повернемося лицем нашої держави, нашої землі, а наших молодих, а наших дітях, внуках, правнуках. Щастя, здоров'я вам. Ось такий чудовий оптимізм від Гранд Амазовича Гудманяна, голови громадської організації «Відокремлений підрозділ Всеукраїнської організації інвалідів війни, Збройних сил та учасників бойових дій в місті Ужгород».